Дело на миллион. Полицейские Югры изъяли крупную партию фальшивых денежных купюр. Участники организованной группы, подозреваемые в распространении фальшивок, были задержаны на территории Нефтеюганска. Для доставки денежных знаков мошенники использовали водителя попутного автомобиля из другого региона. Двое были задержаны во время передачи посылки, в которой находилось 200 банкнот номиналом по 5000 рублей каждая. В ходе следствия установлена причастность к распространению подделок еще двух злоумышленников. Все задержанные официально не работают, ранее не были судимы. По Уголовному кодексу им грозит до 15 лет лишения свободы. Данное уголовное дело сейчас возбуждено, расследуется в следственной части Следственного управления ОМВД России в Ухмао, Югре, с дислокацией в городе Сургуте. Ну и в отношении всех четырех лиц избрана мера в виде заключения под стражу.